Центральная аппаратная. Именно отсюда выходят в эфир все наши новости и передачи. ГТРК «Хакасия». Именно здесь и получил старт новый цифровой комплекс. Делают это специальные гости, руководство республики и всероссийской телерадиокомпании. Я сегодня сравнивал это событие, наверное, с советским временем, когда мы говорили, первая лампочка Ильича. Действительно, очень здорово. Сегодня самое главное и важное, что каждый житель республики, независимо, в столице проживает, в селе, в большом, в малом селе, получит вот эту качественную, одну из самых качественных услуг на сегодняшний день в России. Если вспомнить историю вообще нашего отечественного телевидения, последняя такая крупная реорганизация аппаратно-студийных комплексов в стране была проведена к Олимпиаде 1980 года. И вот сегодня, несмотря на то, что, в общем, да, довольно сложное состояние в нашей экономике в целом, тем не менее, СМИ, государственные СМИ, уделяется очень большое внимание. Мне остается добавить то, что запуск уже историческое событие. Сейчас в студии с нетерпением своего слова ждет Елена Крылова. Кстати, Елена теперь также выходит не только в прямом эфире, но и в новом цифровом формате. Елена! Да, Костя, спасибо тебе огромное. Дорогие друзья, это «Вести Хакасия» теперь в новом формате. Запуск состоялся в прямом эфире. К слову сказать, прямой для нас должен стать теперь нормой. Новейшее оборудование позволяет выходить из любой точки республики. Что же дает этот самый цифровой комплекс зрителю? Во-первых, принципиально новое качество видео, HD-формата и стереозвук. Сегодня ГТРК «Хакасия» – компания федерального уровня. Сильное такое перевооружение идет во всех регионах практически нашей страны. И мы не исключение. Мы очень рады за вас. Мы очень рады за вас, потому что, в принципе, получается, что мы, ваши ближайшие соседи, те же самые трудности переживаем и те же самые, скажем так, маленькие, но достижения. И причем твердые такие уверенные шаги. Я не первый раз на гостеприимной хакасской земле уже, и раза три, наверное, была в вашей компании. Разительные перемены, да? Я помню, что здесь было раньше, что стало теперь. Это дворец телевидения. Сегодня ГТРК «Хакасия» не только самая передовая телекомпания, но и самая опытная. В этом году нам исполняется 57 лет. И все это время мы работаем только ради одного. Зритель во главе всего. Константин Кравцов, Сергей Казьмин, «Вести Хакасия».